Девчоночки, давайте посмотрим на моем самом любимом кельтском таро. Подсказки без вопроса. Какой поток? Что нам хотят рассказать? Боже, тут сразу выходит мужчинка. Принц на белом коне. Кто заказывал, девочки? Кто заказывал принца? Девятка пентаклей. Боже, какая красота. Полное удовлетворение. Мужчина. Деньги. Миллион работы. Девчонки, кто заказывал такой расклад? А ну признавайтесь. Радость, счастье, встреча с друзьями, весна. Ну посмотрите, ну сегодня же 8 марта, должно же быть что-то хорошее. Боже, десяточка кубков. В общем, девчоночки, тут у вас прям, ну, показывают такой поток прекрасный, что вы должны наконец расслабиться и войти в какую-то реальность, где все у вас будет очень-очень даже хорошо. Видите, никаких вопросов не задаем, а нам показывают, что готовьтесь, готовьтесь, вы заслужили наконец что-то прекрасное. Пусть так и будет.